Мне очень приятно уже в седьмой раз вести это замечательное событие «Crystal Ball». Цифра 7, она счастливая цифра, и я могу с твердой уверенностью сказать, что с каждым годом мы видим что-то новое, с каждым годом прибавляются новые имена, новые страны и континенты. Всего 3 дня тому назад завершился открытый чемпионат Великобритании, где выступали великолепные танцевальные дуэты, профессионалы, любители, и некоторые из этих лучших в мире пар танцуют сегодня здесь. Великолепная организация, великолепный зал, великолепная атмосфера. Я тоже стараюсь внести свою лепту создания этой атмосферы. Прекрасная музыка, великолепный оркестр под руководством Бориса Мягкова, солисты. То есть все составляющие успеха этого события. И очень приятно, что свой интеллект, свою эстетику жизни, свою любовь к танцам внесли в этот турнир его организаторы. Полина Казаченко, Евгений Смагин, чемпионы Европы, финалисты чемпионатов мира, удивительные совершенно ребята, удивительные педагоги, организаторы, ранее исполнители, а теперь действительно организаторы потрясающего события. И, конечно, Виталий Головин и Алена Вагановой. Я на Crystal Ball выступаю в 3-й раз уже, и каждый год этот турнир один из самых красочных, на мой взгляд. Очень красивый зал, очень красивый отель, в котором это проходит, место само. Атмосфера, само собой, дружественная. Пока. Потому что к вечеру она будет накалена, мы надеемся, что мы будем участниками этой битвы. Все зависит от твоего желания, твоей любви тому процессу, который здесь происходит. Мне кажется, что общая атмосфера помогает поддерживать себя в таком энтузиазме. И ты хочешь каждый раз выходить и показывать все, что ты умеешь. На турнире мы этом первый раз. Шикарная атмосфера, сильные пары. Мне очень нравится. Обязательно приеду еще раз. Приедем еще раз, да. Это действительно, в Питере мы не впервые, потому что мы уже принимали участие на турнир «Невский бал», а на «Crystal Ball» мы впервые и очень готовились, много сил приложили. Действительно, танцевать очень приятно. Прекрасный паркет, прекрасная аудитория, зрители. И конечно, очень высокий уровень танцевания. То есть «Pro-Am» сейчас уже это... спорт. У каждой пары, где есть профессионал, то есть свои какие-то маленькие секретики, да, как настраивать. Кто-то, так сказать, ругает, кто-то, наоборот, успокаивает. У нас как-то уже настолько мы станцованы, что, в принципе, я понимаю, что хочет партнер. Но не всегда это получается на паркете, потому что, конечно, волнение, конечно, когда много пар, много глаз. Вот. Мы все люди можем ошибиться как-то. Вот из этой ситуации быстро выскочить, собраться и дальше продолжить. Это приходит с опытом. То есть чем больше турниров, тем ты таких ошибок уже больше не допускаешь. Завоевывается трудно и складывается из многих-многих факторов. Если говорить о том, что турнир стал популярен и он интересен танцорам из разных стран мира, а в этом году у нас есть представители среди участников и судей более чем из 20 стран мира, это, конечно, говорит о многом, это говорит о том, что турнир нравится. А это самое главное. Для того, чтобы он нравился, конечно же, мы делаем очень многое, возможно, даже недостаточно много, но стараемся создать ту атмосферу, те условия, то отношение к нашим гостям, к нашим участникам, чтобы им нравилось быть в этот раз и чтобы им захотелось приехать к нам в будущем, а возможно, рассказать своим друзьям, ученикам, своим коллегам о том, что есть такой турнир «Crystal Ball» в Санкт-Петербурге, и кто-то еще приедет к нам. Нам очень приятно, что «Crystal Ball» стал одним из основных турниров Российского танцевального союза. Это такая сияющая звезда на небосклоне нашего календаря. И нам очень приятно, что любительские турниры входят в Кубок Российского танцевального союза. А также здесь проводится международный гран-при среди профессионалов. Это уже не просто соревнования российских пар, а мы здесь видим великолепные танцевальные пары, финалисты открытого чемпионата Великобритании, чемпионата мира, Европы. Поэтому этот турнир, он
Он идет в зачет Гран-при России, и по его результатам будут определяться победители этого соревнования. Я Crystal Ball танцую первого турнира, получается, 7 лет. Могу сказать, что именно на этих турнирах очень домашняя, теплая обстановка. И танец идет всем по-другому, потому что зрители воспринимают тебя очень тепло, с такими овациями. Не в многих странах или на турнирах такое есть. Поэтому этот турнир этим и запоминается, что очень домашняя и теплая обстановка. Люди просто всегда в восторге и открыты. Я танцую первый раз на Crystal Ball. Для меня это первый турнир. Здесь я была только на Невском поле, на открытии этого турнира. Вот. И я должна сказать, что здесь настолько искренние эмоции у людей, у болельщиков, в принципе, и у судей, что совершенно такие ощущения в танце я не получала еще нигде. Вот. И должна отметить для себя, что, пожалуй, это самый такой вот спокойный и прям вот enjoy, наслаждающий турнир для меня. Именно в душе очень приятно танцевать. Мы очень довольны сегодняшним публиком, организацией турнира. Очень красиво. Я был тут на первом соревновании, когда они делали 7 лет назад. И сегодня я назад приехал сюда с другой партнершей, конечно, но очень приятно и удобно. Я первый раз. У меня очень приятное впечатление, потому что организация на high-level, на очень высоком уровне, и публика очень так близко расположена, что создает очень уютную атмосферу. Очень приятно. В течение этих 7 лет, которые были, все время они говорили о этом турнире, все время лучше и лучше, и о хороших вещах. И только, оказывается, улучшается, и это очень радует, что предела улучшения нету. И надеемся, что еще лучше будет, и масштаб турнира вырастет в протяжении года, и это будет очень красиво. Это изначально была идея, чтобы все-таки создать турнир, который камерный, который будет все-таки и зрителям, и танцорам давать какую-то энергию, и люди, чтобы уходили оттуда под впечатлением, и сами танцоры могли выдать что-то большее, чем они обычно танцуют. Я надеюсь, что нам удается. Я хотел бы пожелать, что они так успешно продолжали этот турнир делать много-много лет еще вперед. И это, я если не ошибаюсь, 7-й раз они делают. Вот когда будет 70 лет этому турниру, я хочу тоже присутствовать и вместе отпраздновать такой юбилей. Только роста, и чтобы турнир рос, я даже не знаю, куда еще больше, но чтобы этот турнир оставался успешным на долгие-долгие-долгие. Я хочу пожелать организаторам, я хочу пожелать участникам запомнить этот турнир и приезжать к нам вновь и вновь, потому что я уверен, что каждый приезд сюда – это, как я уже сказал раньше, что-то новое, красивое и интересное. Ну, а публике я желаю быть счастливыми, или, как я говорю, танцуйте и будьте счастливы. Наблюдайте за танцорами. Если вы раньше не танцевали, начинайте танцевать.